CSGOcase.pro – магазин, который позволяет не только выиграть крутые скины, но и заработать. Реферальная программа и возможность вывода средств, а также наличие миссий, за которые можно получить халявные скины. Дизайн сайта полностью повторяет саму игру. Ссылка в описании. И снова здравствуйте, с вами снова Такс, и мы сегодня снова открываем 12 кейсов Фэлшен. В общем, я одел снова свои счастливые труханы, я опять начинаю с этого экрана использовать ключ, и у нас сегодня снова 12 кейсов. Как вы помните, в прошлой серии нам это значительно помогло, и мы просто сорвали куш. И прямо сейчас мы снова нажимаем использовать ключ, и что же нам там выпадет, мне просто интересно. Ну давай, нова лесничий, три штуки прям прилетает. Ну, с первого кейса это редкость, на самом деле, когда везет. Ну, везет, но не всегда. Но сегодня прям, да, ой, там краснота была, краснотища. Бунт у меня сейчас будет в душе, потому что это уже вторая синяя пушка, и довольно-таки мне это не нравится. Фух, давайте использовать ключ, пожалуйста. Давай. Ну что-нибудь сегодня преподнеси нам снова. А, господи, да стой, ФАМАС. Переехал, зашибись. Между М-кой и ФАМАСом нам выпадает обосранная синяя USP-шка. Нам просто самая прям, ну, офигенная, наверное, пушка, которая могла сейчас нам выпасти. Ну давайте еще раз используем ключ. Начинается со сатрековской М-ки, наша видеоряд, так скажем, этих... USP закрученный. Ну, сука. Ну что... можно еще здесь сказать. Давайте с последнего контейнера начнем. Давай. Аквамариновую хочу, вот эту хрень. Месть аквамариновую. Ну давай, что-нибудь красную. Давай, нож, ну давай. Охеренный нож. Закрученный называется. Новый нож вышел, USPS закрученный. Прям ставьте лайк, мне выпало сегодня три ножа целых вот таких уже. Офигеть, просто. Синий нож, ну бывает и синий нож теперь уже, да. Использовать ключ обязательно, давай, используй ключ. И что же? Прям проглотил язык, потому что сатрековский галил даже не долетает. Просто какая-то уже говняшка вылетает. Вот посмотрите, остается всего 6 ключей, а... А толку-то нету? Что? Как? Почему? Непонятно. Просто непонятно, и вот в этом кейсе 100% вот нам сейчас вылетает галил леденец. Тонкий, ну название просто тонкие намеки, вот. Просто вот от бога русифицирован, просто вот непонятно. Ну же, давай. Ну давай. Использовать ключ, и мы погнали. И там выпадает, ну, пролетает, ну. А выпадает очень смешно. Гейб, я просто усмехаюсь сейчас. Мне просто, мне реально смешно. Потому что ты мне дал сегодня 4 закрученных. Что я буду с ними делать? Закручивать или что? В банке, сука, засаливать? Или что я с ними буду делать? Бегать по очереди, да, менять в раундах? Я не знаю, что ты хочешь. Я не знаю, но я хочу сегодня обязательно Фэлшен Кнайф. Или аквамариновую месть. А прилетает нам... Статрек, М-ка, давай. А, отлично. Я уж думал, прогорела наша сегодня серия, но нет. М-ка, злобный дайми, статрековская в хорошем состоянии. Давайте даже поглядим прямо с завода. И сразу меня интересует стоимость данного девайса. И стоимость данного девайса у нас, данного дропа... Косарь, отлично. По сути, я откупил серию, потому что, ну, сколько, 12 ключей там в районе 1300, и там сундуки, они, ну, они бесценны, можно так сказать. Все, отлично, я не особо уже разорен на этой серии, потыкать Гейба нам не за что. Сатрековская сегодня выпадает опять же нам. О, господи, ну как же офигенно все начинается, как все офигенно летит и долетает, конечно, это тоже офигенная пушка, это горелка моего пукана. Два ключа, да, говорить остается, два ключа. И два ключа, это значит то, что серия почти уже закончилась, но мы так и не выбили нож, очень странно, почему мы его не выбили, и сейчас исключительно выбивание на нож идет, а прилетает нам говно, ну так всегда. А давайте сегодня и ни на что не надеемся, в этом сундуке мы вообще ни на что не надеемся, я вот ничего из него не хочу, ни синего, ни красного, просто его хочу открыть. Просто с холодной головой, без азарта, я его тихонечко открываю. И просто смотрю, что выпадает. Просто пофигу. А выпадает нам в этот момент... говнище. Но тем не менее, если все это говнище я сложу и продам в одной цене, это выйдет как раз таки столько же, сколько я потратил. Чуть меньше. Так что, ребята, серия довольно таки, ну, синяя. Давайте, может, контракт замутим. Да, контракт, пожалуй, я замучу. Че тут уж думать. Так, из этой коллекции я замучу контракт, потому что, ну, некуда мне девать эти пушки. И не скинуть, как бы, и, как говорится, не... Так, отлично. Так. Обменщик. Давай, все, предлагаем обмен, посмотрим, что там выпадет. Ну, мне не особо интересно М-ка, я так и знал, что М-ка выпадет. Поэтому у нас сегодня две М-ки, одна обосранная из них попадается нам. Так, ну, в общем, ребята, ставим большие пальцы вверх, обязательно подписываемся на канал, если еще этого не сделали. С вами был Такс, до скорых встреч, до скорых новых open кейсов.